Добрый день, мои дорогие друзья, любители видеоигры. Это Алекс, самый позитивный, и Олег Брейн, который на меня накидывается с электрическим мечом. Мы играем в Dead Island. И чуть было не сказал в Dead Space. Dead Space, да, кстати. Мы играем в Dead Island вместе, и нам сейчас надо будет куда-то ехать, насколько я понимаю. Да, садимся. Садись тоже за руль и поехали. Тут праворулинка, да. Самое главное вспомнить управление. Не, не то делать. Не-не-не, сударь. Не туда сели. Да поехали. О, я опять с тёлочкой в машине. Как ты шикарно выглядишь. Ну хорошо, поехали. Куда едем? Видимо, младший брат Васа. Направо. А тебя не показано на ориентир? Показано, сейчас поедем. А на самом деле не так уж и долго ехать, 190 метров. Автомобили. Собою все, блядь, запланировано. Там, где вековая лежала пыль. Свой след оставил. Мне зомбари. Да, давай. Как он улетел, видел? Эпично, это же эпик, ёпта. Сука, польская машина, блядь. Шкода ёбаная. Давай. Ребят, вам куда? Как надо было? Куда вам, блядь? Мне к метро, пожалуйста, да, блядь? Смотри, какой приходит. Что-то его гондонит конкретно, блядь. Что-то его скотоёбило, да, ещё... О, смотри, как бежит! Так. Ребят, чего? Вы чего агритесь, ребят? Бля, что такое нахуй? Нахуй пошли. А вы что стоит за группка здесь, бля? Группка. Клуб анонимных анонистов, блядь. Что анонимных, бля? Анонимных. А звучит, да? Ой, аккуратно. Подожди, все нормально. Ой, стреляй кто-то. Это я стреляю. Подожди, там же баллон. Подожди, давай я ебану баллон. Давай. Стой. У нас, блядь, автомобиль, походу, его уже дымит. Так, ты достаешь до него? Нет, нет, давай, чуть-чуть. Давай вот так. Так, ты видишь? Блядь, патронов нет. Ах ты, ёпты. Хуёво. Сука. Так, едем, блядь, ладно. Сзади агрится, нахуй. Хуй с ним. Все нормально, ребят, что, едем, хули. А это что дымится? Дымится, потому что ты разбил, наверное, ее, нет? Машину. Нет, он, вот этот вот. Хмырь, мы наехали на хмыря, который сейчас дымился, это нормально? Так, все, выходим. Выходим. Так. О, Вупи Голдберг, я и забыл. Ёбаный свет, выпечка. Привет, выпечка. Я вас ждал. Ты нас ждал, да. Вы спасли мне жизнь уже. Можно тут озвучить было, блядь, их, сука, нахуй, диалоги, но они все говорят на русском. Было бы эпично, да? Да. Так, что теперь, поехали? А мы на катере, на лодке, да? Угу. Все, поехали. Ожидаю второго игрока. Да не надо меня ожидать, я уже пришел. Глава 15-я, опасные воды. Ого, ты смотри-ка. У нас тут, понимаешь ли, в игре Dead Island... Я правильно сказал, в Dead Island, да? Угу. Началась водная стихия. Хорошо, ладно. Так, смотри, мы вернулись. Сюда. А ты уже в игре, да? Угу. А я почему-то быстрее, чем ты коннектишь. Я быстрее как-то гораздо коннектишься. У меня пока загрузка. Можно пока водички попить. Да, сербани, правильно. Чего сербани? Это хорошая. Сербани, да, прикольно звучит. Так, ну что, а чё мы сюда приплыли, я чуть не понял. Чё надо, блядь, чё тебе хуй? А ну, заходи в кружок. Ну-ка, дети, встаньте в круг, блядь. Встаньте, дети, в круг. Перед тем, как мы выступим, нужно будет сделать ещё кое-что. Подстриги его, как пуделя. Второе, надо сделать кое-что для тебя. Да похуй, по-моему, блядь. Так, смотри, наше задание. Подготовка лодки. Принести горючее к лодке. Достаньте ящик Моуэна из его тайника. Дадут 9000 очков опыта. И сложность сложно. Да. Ну, погнали, а хули делать? За бензином идите на бензоколонку. Идем на бензоколонку за бензином. Окей. И хабар надо еще взять. Хабар для Тита. Точнее. Так, подготовка лодки. Хорошо, где? Погнали, хули. Так, ладно. Тебе не кажется, что тут как-то сильно ярко все, нет? Так аж ярко, блестит. Да, очень. У меня вообще, знаешь, вся игра сейчас в какой-то дымке находится. Да, знаешь, кстати. Как будто бы дым какой-то, знаешь. Угу, согласен. Так, да, ладно, значит, понеслась. Давай не будем на этих... Ой, давай не будем агрить их. Давай лучше по возможности в машину какую-то сядем. Блять. Меня сейчас убьют. Как это меня сейчас убьют? Не надо меня убивать. Ты живой? Блять. Ни хрена, они только два удара мне. На, я поднимай. О, давай, спасибо. Меня спасли.
На, гандон. Что-то у меня в ногах жизнь. А как мне, блядь, пополнить здоровье? Я что-то забыл. Само, по-моему. А, тут надо пить эти, кушать, пить. Вон аптечка, кстати. На, иди сюда, я тебя подлечу. Давай. О, такой звук. О, хорошо. Как будто ты мне что-то вставила. Как будто мне укол сделали. Знаешь, о! Вот, смотри, смотри. Вот ешь, пей, жуй, блядь. Жуй, глотай. Да сейчас... Так, F, да, F. А я жму на E, блядь. Это как Far Cry. Соси, трахай, убивай, блядь. Far Cry, блядь. Сука, так, нам сюда, пожалуйста. Вас, блядь. Я вас люблю. Чего же более... Чего могу же еще сказать? Ваши воли меня презрением наказать. Что-то типа того. Ой, блядь. Так, ты бежишь, да? Это все равно, что сказать это. Люблю грозу в начале мая, да? Когда весенний первый гром как бы резвясь, игра, игра хочет в небе голубом. О, блядь, школа, люблю лутать в начале мая. Люблю лутать в начале мая. Когда весенний... Ой, ой, ой. А ты идешь прямо по... А, я иду, да, я иду прямо. Слушай, там сзади, блядь, вот этих хмырей ходят. Не-не-не. А, Ванг-Чи какой-то пришел. Хоть надо Ванг-Чи, блядь. Он кого-то вытащил. Нет, 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 это дополнительное задание. Хочешь, можешь взять дополнительное. Нет, что-то меня как-то не тянет. А я думал, он нам в помощь как-то. И главное, что сказал, смотри, скорее за мной и убежал, главное. Это напомнило, блядь. Дай мне скайп, помнишь, блядь? Все, дай мне скайп, поиграй со мной в RZ, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-т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 ихо. Спокойно, все хорошо. Все, гудики. Да расчленение, брат, нахуй. Да, блядь, сука, нахуй, сам собой жандал. Только ебануло толком. А, блядь. Так, ладно. Че, погнали дальше. Ну, мы куда-то целенаправленно. Смотри, смотри, тут что-то забрать надо где-то. Маркер пропал. Не, потому что рука нарисована, говорит о том, что где-то что-то взять надо. Давай попробуем на машину. Мы же что-то там с бензином, да? С машины. А, вот, да, заходим. Слушай, у тебя нету каких-то подтормаживаний или как-то таких мелких подергиваний, что ли? Ну, мелких таких, ну, чуть-чуть, но это так еле видно. Еле-еле так вот. Ну, некомфортно, кадры идут как-то не очень быстро. Ну да, и вообще у меня, значит, вся игра в какой-то дымке, блядь. Что за нахуй? Что это за хрень? Ух ты, отверела, да? Голову смотрит, разбил! Охуеть! Это был охуенчик, знаешь какой? Это было эпик, конечно. Озверела, ела, ла-ла-ла-ла-ла. Озверел, блядь. Иди сюда. Так, облутай их. Лутай, смотри. У одного были деньги, я у него там нахрен бабки взял. У него какой-то металлическая дубина. Смотри, какая юбка охуенная, блядь, да? Вообще, блядь. Пиздец, блядь. Ой. Так, ладно. Куда сюда? Он походил в этот ангар, да? Нет. А, не, она показывает вообще в обратную сторону, смотри. Так, вот где-то во, смотри. Метров на. А, ты так, блять, я уже все забыл, как тут что делать. На F, направлении. Да? Да, подходишь. Сука, все забудешь нахуй с этими играми, блядь. Блять. А то вам, блядь, принимаешь прямо за Майнкрафт. Прямо за дверью стоял вообще жизнь. Ты что, хуел, что ли, сука? Так. Давай ешь, еб. А, там еда. Так, так, хорошо. Так, смотри, ладно, где? Нигде не видно. Надо... Что брать? А, может быть, еще выше надо поднять? А, во, здесь... смотри. О, ангар открыл. Так, заебись, что там? Заебись, да. Ух ты, ох, охуеть. Так, груз я забрал. Сигары даже, точнее. Сигары. А, вот что ему надо. Дробовик лежит, я открыл. У меня есть возможность. Можешь забрать, если хочешь, дрободан. А у меня уровень 28, а у меня 26, что ли, по-моему, или 25. Так что мне он еще рановато не подойдет. А я могу. О, трубику пошли. Пошли, доебашим. Так, значит, мы забрали хабар этот, теперь надо пойти его отдать кому-то там. Вот этому, да, обратно? Или что? Не-не-не, обратно. Обратно к нему надо, что ли, или нет? Сейчас сообразим, значит, что делать. У меня стоит ориентир где-то, хуй знает где. А у меня тоже вот есть, да, ориентир за 140 метров еще бежать. Сука, жалко, что они нам тут автомобили, конечно, блядь, не дадут. А, нихуя ты его гантонил, нахуй! А чё они, блядь, не убивают? Бродяг пошёл. Хэдшот, блядь. Сука, чем-то мне это, блядь, нахуй, сейчас всё это все дело напоминает Left 4 Dead, блядь. Смотри, 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 Алекс. Как он бегает, блядь, смотри. Он агрит, сука. Ногой его гантоним. О, ее, сука, я не могу, блядь. Охуенно, блядь. Сука, классно, блядь. Угу. Так круто это. Так, все горит.
Как говорится, все в дыму, война в Крыму. Ну что, правда, тут ничего не видно, блядь. На дымке. Как-то и монстрил особо нету, блядь. Смотри, сейчас загандоним. Давай, давай. Ой, вот ой, там пупырчатый. Да. Пупырчатого убей. Я бы с радостью. Ах! Сука, чё? Дохни, парень! О, нихуя! Ой, как тебя отхерачил? Тебя поднять? А ты у тебя есть чем? А как это сделать? Скажи мне. Ну, если есть аптечка, F надо нажать. На F, так, жму. А, сука, нет, у меня ничего не было. Я тыкал и ничего. Дождь пошел. Угу. Нету аптечек у тебя, да? У меня просто были, я собираю. А, у меня, походу, дела не было, видимо, да. Фу, гадость какая. Блин, там стоит, блядь. Так, ладно. Ладно, фиг с ним, короче. Дождик пошел, ладно, отлично. Ой, их там много, да? Нет, я просто так, как Ямакаси, блядь, бегу. Ой, ебать, их там правда много. О, да, давай по машинам. А что ты в платье? Я ее уже где-то видел. Нахуй пошла, сука. Уберите это дерьмо. Как ее ебануло? Слушай, что-то быстро убивать нахуй, начали. Нахуй пошел. Не-не-не-не-не, тюля, это палево. Сука, убивают практически в момент просто, да? Это как-то палево, да. Жесть. Че, ребят, происходит? А почему меня опять убили? Так, где я? Вот я. Хорошо, что хоть возрождаемся, мы рядышком, да? Не приходится нам опять бежать в эту же самую... Сука, меня окружили тут. Да-да, бегу. Бегу, сука. Сука, я не могу. Как она тебя, блядь? Я не понял. Ты бы видел, как она тебя эпично, короче. Кошмар вообще, что это было? Ну зато сколько лута у них-то. Ладно, хуй с ними, побежали. Давай на них больше внимания обращать не будет. Так, нам... Вот нам всего-то 25 метров надо бежать. Да, куда-то сюда, что-то надо взять. А мы сигары взяли и надо... Канистра с горючим. Взял, да? А, и я беру вторую. Куда ее надо нести, блядь? А, подожди, машина же есть, давай машину... А, во, машина, точка. Точно. О, точно, да, сюда. Так, F, блядь! Че ты за хуйня? Так, подожди, Алекс, быстро давай положим. Блядь. И сваливаем. А я положил. Сейчас я свою, я свою сейчас положу. Да, давай. Я положил свою сейчас. Все, едем, блядь. Садись за руль. А нам надо было всего собрать две штуки, да? Да, походу. Да, походу, да. Ну смотри, две есть, там еще у нас ориентир стоит, подожди, где-то. 180 метров, нет? Вот, а вот по карте налево. Да, давай, давай, едем. Поворачивай, блядь, кусок говна, сука, нахуй не поворотливый. Ужас какой. Бля, сейчас повернем. Поехали, бля, тут, сука, там кто-то агрится со страшными звуками. Едем, отлично. Так. Хули ты тут стоишь, а, Гондон? Нахуй пошел. Так, куда, налево? А, вот налево вижу. О, ребят, класс. Как выбивай нахуй это окно, блядь, вот так. Нам прямо надо. Нам надо, смотри, вот 150 метров, и нам, очевидно, надо как-то вот здесь вот проехать, вот так вот, блядь. Давай. Блядь, что-то их много очень. Как его в стену, блядь? Слушай, аккуратно сбивай их, потому что машина взорвется к ебеням. Я понял. Давай-ка я поеду дальше лучше, ну их нахуй. Давай. Но мне все равно же придет, бля, ну пиздец, ты посмотри. С дубинкой какой-то хоть стоял, это нормально? Так. А куда? Почему нам показывают? Давай налево. Так налево проедь там с левой стороны. Сейчас. Ой, горит! Давай. Аккуратненько. Блять. А, да, правильно. Да, вижу. Блять, как их много, ёпта. Пошли нахуй, дебилы. Такой кошмар. Ну проезжай же, господи, что ж ты прям натыкаешься на каждое укрытие-то, ёпта. Врезаешься в каждую стену, ёб, давай, поехали. Что-то горелым пахнет, походу. Походу дело кто-то горит. Во, все. Еще тут надо, тут завернуть еще надо будет, не? Или приехать. Хуй поймешь, блядь, куда надо ехать. А вот может быть здесь? Не, давай выходим. А ты вышел, да? А, так мы на набережную свою пришли. Походу, нет? Ну мы пришли, да? Бля, как ты запарковал? Давай я сейчас обратно. Давай, выйдем. А, все, нормуль. Я выезжаю. Хули, сади. Так, смотри, что делаем, значит. Надо куда-то это все принести. Вот где-то здесь, смотри. Блять, падай. Не, мне показывает 48 налево. Тут несколько ориентиров. Подожди. Давай я сначала доеду. Так, сюда. Куда, блять, он показывает? Значит, тут у нас машина. Да, езжай. Правильно. Я сзади подстрахую, видно. Если что. А, знаешь, что надо? Мне кажется, надо... Тихо! Я
Подожди, надо вниз спуститься, да. Тут надо взять. Да, давай, давай, давай. Да, вот тут вот. Давай, езжай, езжай, езжай. Блять, он мне показывает теперь обратно. Блядь. Да нормально, все нормально. Надо вниз спустить. Он же бензин сказал привезти. Бери. Давай, давай, я давай. Тут не проеду. Так, ладно, все, тогда я выхожу. Да? Угу. Я выхожу, и мы сейчас идем с тобой с этими. Ну давай, я их уже додавлю тут до конца. А, все, да? Все додавлю. Так, все. Так, ладно. Хрена, что это было, блядь? Я нормально вышел из машины, и меня загондонили, к чертовой матери. За тобой идет, за тобой идет. Блядь, там пупырчатый. Нахуй. Твою мать. Где наша тачка-то, ёпты? Блядь, где она? Надо с пупырчатым что-то сделать, а ты где? Я, меня убили. Вот, так, я беру, значит, канистру. Бля, а давай, давай. Взял. Бля, кинь в него, кинь, кинь в него. Так, а, мне жалко, бля, взорвется сейчас. А у меня, бля, ствола нету, не пистолет. Не могу поднять. Не могу поднять. Ладно, побежали. Ладно, я сейчас, подожди, я сейчас оживлюсь. Оживляй. Оживляйте, я горю, бля. Так. Так, 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 сейчас пройдем, погоди, здесь. Я несу на корабль наш канистру. А ты уже ее, блядь, потащил, что ли, да? Ты тоже бери, тащи. Бля, а где наша машина-то, ёпта? Да не на машину, а машина где-то там лежит, стоит. Я же ее в машине оставил, а вот. Охуеть, блядь. Так, ладно. Одна готова. Ты где там? Я тащу вторую, вторую тащу, тащу. Только бы сейчас на меня никто не согрелся, а дождик все идет и идет, блядь. Погода вообще странная. Охренеть, да. Давай, давай. Ёбнуться бы мне с ней сейчас. Эпичненько так. Несите, Юрий Бенедиктович, несите, блядь. Стараюсь, блядь. Нет, тут нет. А, вот, вот, да-да-да, вижу. Я не вижу нихуя из-за канистры просто, поэтому мимо прошел, блядь. Там надо поставить рядом с моим. А, выпечка? Ну, ну здорово, выпечка. Хули ты. Так, где поставить-то? Рядом, рядом, вот смотри, вот. Вот, ты убежал не туда. Не в ту сторону. А, блядь, сука. Да-да-да-да, вижу, сейчас поставим. Так, молодчик. Все. Готово. Ну хули тебе еще надо, блядь, в упе? Слышь, хуй. Давай, говори, что надо. А, теперь у нас, блядь, вещает девка. Хорошо, все, погнали. А, погнали тогда. Ну, о, мне новый уровень дали. Так, хорошо. Фух, хоть не так сложно это было. Стажировки не пропали. Я вижу, что игры надо заканчивать раньше. Честно говоря, остров уже выбешивает, блядь. Да, да, точно. Игры это надо... Такая же история была и в Dead Space, блядь. Да, в Dead Space. Последним. Надо и проходить вот такой... сразу, вот как есть желание. Потому что потом игра уже никакая, блядь, становится. Да, она все... Она тебе кажется, ты заходишь, а она тебе очень кажется однообразной. То есть ты все это уже видел, и эти монстры на тебя уже выпрыгивают, ты это уже делал. Как фильм выпрыгнул? Тебя уже убили? Нет, я... Так, ты что, а ты выпрыгнул с корабля, что ли, или что ты сделал? Угу, случайно. А, ну, а хули? Так, она снова во тьму. Ну, хули. Прыгай, ну хуй, я не могу забраться, слушай, она не запрыгивает. А иди к берегу иди. Вот же берег. Я вижу, но я хотел забраться. А вот по лодке заберись, вот, смотри. Бля, вот тут прикольно, кстати, вода, ну... Не, вот что-что-что, а водичку в Dead Island сделали хорошо. Поляки. Хорошо сделали водичку. Сука, ну нахуй, бля! Какого хуя, нахуй пошел, пидорас, бля! На, ёпта, уёбок. Там еще один в труселях зеленых, смотри. Йо. На, бля, ой-ой-ой. Ганду, ганду, гандуню. На, придурок, ёпта. Бежит, бежит! Вот это эпично было, блядь. Мне 80 очков опыта за что-то дали. Ой, кто рычит? Где рычит? Так, значит, надо в мастерскую добраться. Окей. Блядь, их много здесь. Слушай, а есть что метнуть? Ага, есть. На, смотри, что я делаю. Давай, 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 давай. Я самого так эпично отхуярило, блядь. Ты живой? Нахуй пошел, бля, придурок. Я же... Я пока живой, да? Оживляй, я на крыше очутился. Сука, какого хуя, меня ёбнули. Ты сейчас рядом, наверное, смотри, смотри, на крыше, заебись, блядь. Отлично, все прикольно. Нахуй, блядь. На, блядь. Есть, блядь. Реально похоже, даже костюм, по-моему, как из Left 4 Dead, да, вот этой утёлки, которую я играю. Тоже, да, блядь.
У меня же, блядь, револьвер есть, сука. Я что-то всем забыл. Хоть я вала ему. У тебя Валерка есть, да? У меня все хорошо, да, в этом плане. А, слушай, а так а мы не в ту сторону, нам надо спускаться вниз, блядь. Блядь, что за звуки? Хуенчик, блядь. Так, ладно, где-то сюда надо. А, обойти, видимо, да. Че-то кто там тут согнулся? Самый резкий, блядь. А, ясно. На, резвый ты наш. Смотри, тут много канистр этих. Аху, я убил, нахуй. Так. Если кто-то убил, встанет... Если кто-то встанет, то мы хоть знаем, что куда. О, да-да. Возьми так, канистру, пусть будет на всякий случай. А, так, нам не сюда. Значит, я так понял, нет, надо на крышу, наверное, забраться. Да, видимо, там что-то важное на крыше. А в чем? Нет, потому что дверь закрыта, видимо, изнутри. Я так понял, надо папашку навестить этой девушке, которая... Это же мастерская, нам тут делали нашу машину, бронировали ее. Точно. Так. Блять, польскую Шкоду, да? Надо вот отсюда, точно. Ну, так, страшно. Сейчас, подожди, надо догнать, что делать. Погоди, стоп, я вот сейчас на крыше, давай я пока спускаться не буду. Я пока нахожусь на крыше, что-то давай я пока спускаться не буду. Подожди, а где у нас задание пишется? На тап, по-моему. Нет, тогда на И. Наверное, на карте сейчас. Заберите 4 палки из мастерской отца Джин. Блять, 4 палки, ебаный свет. Сейчас берем. Я, блять, пару палок, да? А, знать бы, как эти палки выглядят, зачем они там? 4 палки из мастерской. Значит, они, по идее, там были, да? А мы зачем-то. Слушай, я полицейскую дубинку нашел, если что. Можешь забрать. Аптечка тут есть. Тут много чего есть полезного. Ладно, давай, я тогда спущусь вниз тогда. Короче говоря. Так. И прибегу к тебе. Угу, давай, будем обыскивать. Может, что найдем туда полезное? Просто тут реально дебильные указатели эти сделаны. А здесь верстак, кстати говоря. Вот эта штука полезная. Так, слушай, не открывается эта дверь. Я что-то не догоняю пока. Что-то я туго сегодня соображаю. Нет, я так понимаю, может быть, нам надо было реально что-то открыть? Вот, наверное, дверь. Модернизировать уже нечего, блядь. Нет, блядь. Какие палки, блядь? Где? Вот эти, что ли? Сука, у меня деньги кончились. А, вот. Вот они лежат, ёпта. Блядь, ты открыл дверь, что ли? Нет, я палки забрал, блядь. Ага. А ты пошел, что ли, вокруг, да? Да, можешь бежать. А ты все прям взял палки? Прям, да? Все, да, прям все. Охуенно. Ладно, я бегу. Давай. Как будто они, блядь, не могли сходить за палками и этими сами, блядь. Я уроды, ёптвою. Нет, идите, блядь, сходите за палками. Опять, да что ж, Ваня? Сука, на каблуках, знаешь, как тяжело бегать? Тяжело бежать, да, я понимаю, да. Так, давай, заворачивай. Мы нет, теряем, блядь, мне твое хранилище нахер не надо, блядь. Съебалось. Давай я вышибу ей, блядь, нахуй мозги, а? Я что-то не понял, мы все взяли или... Ага, вот, надо палки было сюда поставить. Че, Вупи, я не понял. А Вупи у нас на, сука. Ладно. О! Че такое, эпик? Да, какой-то эпик, что. Только нахуй, жалко, что она на русском языке. Она застрелиться хочет, да? Да ладно, ты гонишь. Нет, ее папашку укусили, помнишь? Нет? Да. Нет, не помню. Не помнишь? Папашку укусили, и мы взяли ее, она с нами поехала. Ну, теперь она. Я так понял. Ну, она пошла его убивать, видимо. Что, он же обратился, видимо. Сейчас посмотрим. А, мы его заперли, да? Ну-ка. Он сам заперся. Смотри, какое у него выражение лица. Чисто польское. Ну вываливайся, хули ты молодец. Смотри, блядь, папа не вышел, смотри. Папа не видать в похмелье жуткого, да? У него такой вид, что... Отец Ванамаса, блядь. Хуеть, смотри. Текстурки говно, блядь. Говно ваше, сейчас все понятно. Я люблю тебя, папа, блядь. I love you, daddy. Хуярю. Люблю, что тебя только что пристрелило, нормально. Мы должны скупую мужскую слезу пустить сейчас. Знаешь, что-то она, видимо, блядь, как-то сама, а не ахти, как расстроилась. О, чё, тир? Просто картина плохая, рамочек. А, ну да, ну она ей не понравилась. Дешевенькая какая-то, блядь, в Икее, видимо, куплена. Так, Вупи, хули. Кто кричал? Срочно бросайте все и выясните, что там
Ну, срочно, сейчас все бросим и пойдем выяснять, что там происходит. Охуели, что ли? Но придется, а что делать-то? Срочно, говорит, бросайте все и идите выяснять, что там происходит. Опасные воды, глава 15. Как ты это сказал, знаешь, как-то загадочно. Ой, блядь. Опасные воды. Опасные. О, джунгли. Давно не видели джунглей. Ну, хорошо, пошли по джунглям. Они блядь, тут, все время очень... курит, смотри, сука. А какие у него губы офигенные? У нее. Это он. Ну, это Вупи. Ты на нее револьвер наставил. Бросай курить, сука. Минздрав предупреждает. Да, сука, предупредительно. Бросай, сука, курить. А зачем ты тратишь патроны? Не трать, а давай лучше серию закончим. А, давай, да. Ой, у меня патрон мало стало. Ладненько, ну что, мы на сегодня на этом заканчиваем. Встретимся с вами обязательно в следующей серии игры Dead Island. И где у нас приключения продолжатся с Олегом Брейном и Алексом. Все, ребятушки, пока. Всем пока.